God is so good. Before you sit down, let's pray. Lord, Бог настолько благ. И перед тем, как мы сядем, давайте помолимся. We want to thank you for your presence here. Мы хотим поблагодарить тебя, Господь, за твое присутствие thank здесь. You, the way you visited us in session after session. Спасибо, Господь, за то, что ты приходил и посещал нас собрание за собранием. Lord, we're in awe of your faithfulness. Господь, мы потрясены твоей верностью. You are faithful to keep your covenant with your people. Господь, ты благ, ты верен для того, чтобы и хранишь завет свой. You are faithful to your word. Ты верен Слову Своему. And we feel the presence of your love, your power in this place today. Мы чувствуем, Господь, присутствие Твоей любви и силы Твоей здесь. We know that you have gathered your people together for your purpose. Мы знаем, что здесь народ Твой собран для цели. Now we want to commit this last session into your hands. Мы посвящаем эту нашу последнюю встречу Тебе. We pray for your good will to be accomplished. Молим, Господь, чтобы благая воля Твоя исполнилась. We pray that you'll open our hearts once again. Мы молим, Господь, чтобы еще раз Ты открыл наши сердца. И чтобы Ты высвободил Твой великий Дух Откровения. Помоги нам, Господь, покажи нам, Господь, истину о Царстве Твоем. Помоги нам войти в истину Слова Твоего. Двигайся в наших жизнях. Двигайся в наших семьях. Двигайся в этой церкви. Двигайся, Господь, силой в этой стране. Thank you for your good plan. Мы благодарим тебя за то, что планы твои благи. We commit this time to you. Мы посвящаем это время тебе. Stir up your gifts in us. Возбуди, обнови твои дары в нас. So that the will of God will be accomplished. Чтобы воля твоя исполнилась. We praise you and we thank you in the name of Jesus. Мы славим тебя и благодарим тебя во имя Иисуса. Amen. Аминь. Amen. You may be seated. Thank you. Присаживайтесь, пожалуйста. This last song that we sang reminded me so much of home. In Israel. Эта последняя песня, которую мы сейчас пели, она так много напомнила мне дом. And one of the features of life in Israel is that we have a part of our population that are orthodox religious or ultra-orthodox. И одна из вещей, которая есть у нас в Израиле, то, что у нас немало, это ультрарелигиозные евреи. When you come to visit Israel, you'll see them. They're wearing the black clothes and they'll be praying at the Western Wall in Jerusalem. Когда вы приезжаете в Израиль, вы сразу же с ними можете встретиться, увидеть их. Они одеваются обычно в черную такую одежду, большие шляпы. Они являются теми, кто молятся у стены, плача постоянно. Sometimes you'll see them wrapping the black leather straps around their arms with the leather boxes, the black leather boxes on their arms and on their forehead. Иногда, возможно, вы можете увидеть их, как они возлагают на руки филактерии, то есть такие коробочки, в которых есть места из Писания, and и обмазывают на руки. In those leather boxes are copies of the scriptures from Deuteronomy chapter 6. И в этих коробочках находятся отрывки из Писания из Второзакония 6 главы. Where it says to bind the laws of God on your arms and on your forehead. Это то место Писания, которое говорит, что навяжи закон мой на руку твою и возложи его себе на чело твое. In most of the houses in Israel and in all the public buildings, there's a little what we call a mezuzah on the side of the door. Во многих домах в Израиле и во всех публичных местах на косяках дверей есть то, что называется мезуза. And religious Jews will touch that mezuzah as they enter that door. И религиозные люди, заходя в дом, они целуют эту мезузу. Это такой как бы небольшая тоже коробочка, которая прикрепляется на косяке двери. Because in that little wooden box is also the copies of those same scriptures. И в этой маленькой коробочке в мезузе также копии того же места Писания. You will keep the laws of God on your doorposts. И там написано, что храни заветы закона твоего на косяках дверей твоих. Now religious Jews understand that there are 613 commandments in the law of Moses. Религиозные евреи сходятся в том, что в законе Моисеевом есть 613 заповедей. And to this day they are zealous about obeying every single one of them. И до сего дня они ревностно стремятся исполнить каждый закон. Some of those laws they cannot obey because there is no temple and there's no way to make animal sacrifices. Некоторые этих законов исполнить просто-напросто невозможно, потому что нет храма и нет возможности приносить жертвоприношения. And so in our country there are many religious Jews who long for the day when they can rebuild the temple so they can restart the animal sacrifices. И в нашей стране есть много религиозных евреев, которые ждут с нетерпением того дня,
когда восстановится храм и можно будет приносить жертвы. They are very zealous for the law of God. Они ревностны по отношению к закону. They want to obey every single letter of it that they can. Стремясь исполнить каждую букву закона. But I'm sorry to say that what it results in is a lifestyle of legalism. Но, к сожалению, я должен сказать, что это ведет к жизни в законничестве. И так же само, как во времена Иисуса, который сталкивался с легализмом, законничеством, мы так же само и в наше время сталкиваемся с законничеством со стороны ортодоксальных и религиозных евреев. Now, on the other hand, I do a lot of traveling and I speak to many Christian groups in different parts of the world. С другой стороны, я немало путешествую и разговариваю со многими христианами во всем мире. And most of the time, I'm in the context of the charismatic renewal. И нередко я встречаюсь с ними среди движения харизматического, нового харизматического движения. I've been to many churches in the West. Я немало церквей на Западе посетил. But I'm also disturbed to say that often I encounter something quite different from what we encounter in Israel. Но, к сожалению, я должен сказать также, что и там я встречаю что-то, что отличное от Израиля. In many of the Western churches and sadly in the United States as well. Во многих западных церквях и в том числе в Соединенных Штатах. There is a religion that would be characterized as lawlessness. Практикуется религия в церквях, которая называлась бы беззаконием. There is no restraint. There is no order. There is no authority in the church. Практика, в которой нет никаких ограничений, нет никакого порядка, каждый делает то, что ему взбредет. И в некоторых местах христиане делают буквально что угодно, называя это христианством. И у нас есть эти две крайности. We have legalism on one hand. С одной стороны, у нас есть законничество. We have lawlessness on the other hand. С другой стороны, полностью полное отсутствие любого закона. But the kingdom of God is ruled by a perfect king. Но Царство Божие, оно правится совершенным царем. And God's rulership in his kingdom is neither legalistic, nor is it lawless. Но и Божье правление в его царстве, оно не является ни законничеством, ни беззаконием. God's rulership in his kingdom is lawful. И Божье правление в его законе является, в его царстве является законным. And I believe that in our day God is restoring lawfulness to his church. И я верю, что в наши дни Бог восстанавливает понимание, духовное понимание закона в своей церкви. And in order to understand lawfulness, we must first understand the rightful place of law and grace in the church. И для того, чтобы понять, что значит правление Божье по закону, мы должны понимать, что значит применение закона Божьего и благодати Божьей в его церкви. The fact is, without law, grace has no meaning. Фактически можно сказать, что при отсутствии закона у благодати нет никакой ценности. Some people try to tell Christians you have to choose between the two. Иногда люди говорят христианам, что нужно избрать между двумя, либо закон, либо благодать. If you choose law, then you don't have grace. Если ты избираешь закон, значит ты теряешь благодать. If you choose grace, then you don't need law. Если ты избираешь благодать, тогда ты совершенно не нуждаешься в законе. But the fact is, in God's kingdom, you need both law and grace. Но факт состоит в том, что в Божьем царстве мы нуждаемся и в одном, и в другом, и в законе, и в благодати. And as I said before, without law, grace has no meaning. И как я сказал раньше, без закона благодать теряет смысл. Because in God's kingdom, law gives us the structure, the rules of the kingdom. Потому что в Божьем царстве Божий закон, он дает нам структуру, он дает нам понимание. But in order to live, to function within the rules of the kingdom, we need grace. Но для того, чтобы жить и действовать в Божьем царстве, в рамках его закона, мы нуждаемся в благодати. Now the requirements of our king are very high. Требования нашего царя, они очень высоки. Because he rules a perfect kingdom. Потому что он правит царством, которое есть совершенно. And he is a holy God. И он святый Бог. And his kingdom will have no end. И его царствию не будет конца. And it is a kingdom that will never be shaken. Его царствие никогда не поколеблется. We serve in a perfect, eternal kingdom. Мы служим в царстве, которое есть совершенное и вечное. You don't have to wait until you die to enter a perfect, eternal kingdom. Для того, чтобы войти в совершенное, вечное царство, вам нет необходимости ждать смерти. The day you believe in Jesus Christ and put your trust in him, you enter this kingdom. В
тот день, когда вы поверили в Иисуса Христа и вошли в Его Царство, вы вошли в Его Царство. But let's make no mistake, it is a perfect, eternal kingdom. Но давайте не будем ошибаться и заблуждаться, Его Царствие, оно совершенно и бесконечно. And the requirements of our king are very high. И требования нашего Царя, они высоки, Его стандарты. And that's why we all need grace. To function in this kingdom. И именно поэтому мы нуждаемся в благодати для того, чтобы действовать в Его Царстве и жить там. His requirements are so high, you and I need amazing grace. Фактически можно сказать, что требования нашего Царя, Его стандарты, они настолько высоки, что мы нуждаемся в огромной благодати. Because of our king's requirements, we need grace to be saved. И из-за того, что требования царя так высоки, мы нуждаемся в благодати лишь для того, чтобы спастись. А после этого мы нуждаемся в благодати каждый день нашей жизни для того, чтобы ходить и жить в Его Царстве. Listen, if God's requirements were not so high, и если бы требования нашего царя не были бы так высоки, if God, our king, had very low requirements for his kingdom, если бы Бог, наш царь, имел очень низкие стандарты в своем царстве, then we really wouldn't need much grace, would we? Тогда, по сути, нам не требовалось бы благодать, мы бы все и сами смогли сделать. And so, if anyone lowers the requirements of God's standards, и если кто-то снижает стандарты Божьи, we make God's amazing grace something cheap. Тогда мы просто-напросто обесцениваем великую и прекрасную Божью благодать. Grace is only precious, grace is only wonderful. Because God's standards are so high. Благодать, она ценная, благодать, она прекрасная только тогда, когда стандарты на своем месте. It is the laws of God that makes grace truly amazing. И только закон Божий делает благодать по-настоящему прекрасной. It's just an amazing miracle that any of us are in this kingdom. И это невероятное чудо, что каждый из нас по благодати Божией вошел в это царствие. It's amazing grace that you and I will live forever with. Это невероятная благодать дана нам в том, что и вы, и я, мы будем жить вечно с нашим Царем. И я хочу сегодня поговорить с вами о принципах действия Царствия Божьего. И о том, каким образом правит наш Царь в своем Царстве. И я верю, что это то слово, которое пришло к вам конкретно сегодня с Сиона. Because we, the people of Israel, we are the people who have struggled with the laws of God for thousands of years. Потому что народ Израилев, мы на протяжении тысяч лет пытались воплотить, исполнить закон. So let's begin today's teaching in Exodus chapter 19. И давайте начнем сегодня с чтения отрывка из 19 главы Исхода. This is where we were yesterday afternoon. Вчера после обеда мы были с вами в этом месте. Exodus chapter 19, verse 5. Пятый стих 19 главы книги Исход. In these verses, God calls Israel to be His own kingdom. В этом стихе Господь призывает Израиль стать и быть Его царством. God said in verse 5, "Now, if you will indeed obey My voice and keep My covenant, then you shall be My own possession among all the peoples, for all the earth is Mine." Итак, если вы будете слушаться гласа Моего и соблюдать завет Мой, то будете Моим уделом из всех народов, ибо Моя вся земля. Verse 6, "And you shall be to Me a kingdom of priests and a holy nation. These are the words that you shall speak to the sons of Israel." И вы будете у меня царством священников и народом святым. Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым. So мы видим, Израиль стал Божьим царством. By covenant, God became the king of Israel. Заключив завет с Израилем, Бог стал царем Израиля. And in that same chapter, chapter 19, God began to give His kingdom its law. И в этой же самой главе, в 19 главе, Господь начал давать своему царству свой закон. He called his prophet, his servant Moses to the mountain. Он призвал своего пророка Моисея взойти на гору. And he gave to him the law, how he would rule his kingdom. И он дал Моисею закон, по которому Господь будет править в своем царстве. So the first thing we learn about the kingdom of God. Итак, первая вещь, которой мы можем научиться в отношении Царствия Божьего, is that God rules his kingdom by law. Это то, что Господь правит
своем царстве не беззаконно, он правит там по закону. Today, я хочу сказать вам сегодня, что он так или не переменил свой метод правления. Божье царство сегодня это царство, в котором действует закон Божий. God gave to Moses the Ten Commandments. В следующей главе Господь дал Моисею 10 заповедей. The heart of the law of God. Которая является сердцевиной закона Божьего. And then what followed in the book of Deuteronomy and Leviticus and Numbers, the rest of the 613 commandments that were given to Israel. И дальше мы видим во Второзаконии, в Левит, в Исходе все остальные заповеди, которые вместе составляют 613 заповедей Торы. God said, "I'm your king." Господь говорит: "Я ваш царь." I choose to rule you lawfully. И я буду править вами по праву, по закону. Here is my law, here are my commandments. Вот мой закон, вот заповеди мои. If you obey, если будете послушны, I will make you the head and not the tail. Тогда я сделаю вас главой, а не хвостом. Raise you up and make you a great nation. Я тогда подниму вас и сделаю вас великим народом. So the people of Israel struggled, but they became a nation. И народ Израиля, он боролся с этим, он притыкался на пути, но они становились народом. And a nation needs a land. И народу требуется земля, на которой он мог and бы God жить. Had promised them a land. И Господь дал им обещание, что Он даст им землю. И под предводительством Иисуса Навина они вошли в обетованную землю. And they began to be a nation with a king, with a law, and a land. И они стали народом, у которых был свой царь Господь, свой закон и своя земля. And God was their king. И Господь, Он был их царем. Но представьте себе, сложно это может представить, но народу Израилю надоело, что Господь их царь. И они сказали, а почему бы нам не быть такими, как и все другие народы? The other nations have human kings. У других народов, у них есть царь-человек. And the human kings have palaces and armies and wonderful guards. И у этого царя человеческого, у него есть дворцы, охрана, армия. Why do we have to be so strange and different? Почему мы должны отличаться от других народов? No one can see our God. Никто не может видеть нашего Бога. No one can see our King. Никто не видит нашего царя. I mean, really, it must have been embarrassing. И, наверное, для Бога это было очень-очень оскорбительно даже. Imagine, foreign visitors would come to Israel. Представьте себе, что пришли люди в Израиль. And the first thing they would say is, "Take us to your King." И первое, допустим, посетители приехали, они говорят, пожалуйста, проведите нас к вашему царю. And the people of Israel would say, "Well, he's around here somewhere." И израильтяне, может быть, отвечали ему, ну, он где-то здесь. I mean, God is our king. И Бог наш царь. You can't see him, вы не можете его видеть, but he's here. Но он здесь. And whenever we need him, he comes to us. И в чем бы он ни нуждался, он приходит к нам. I think they got embarrassed about that. Я думаю, что они, наверное, стыдились того, что у них не видно царя. And so the Bible says they went to their prophet Samuel. И Писание говорит, что они пошли к своему пророку Самуилу. Samuel the prophet was judging Israel then. И Самуил пророк тогда также был судьей Израиля. And they said, "Samuel, we're not happy with having God as king." И они сказали: "Самуил, ты знаешь, мы надоело нам, мы недовольны тем, что у нас нет царя. We want to have a human king like the other nations." Мы хотим, чтобы у нас был царь так же, как и у других народов. You go and tell God what we demand. Ты пойди сейчас и скажи Богу, что мы от него требуем. And Samuel said, "That's not a good idea." И Самуил сказал, то, что вы придумали, не есть хорошо. If you have a human king, the first thing he's going to do is tax you. Первое, что сделает царь-человек, он обложит вас налогами. Believe me, the 10% flat tithe, it's a better system. И 10% отдавать Богу десятины, это намного лучше, поверьте мне. And the next thing a human king will do is he will take your sons to be in his army. А следующее, что сделает этот царь, он заберет ваших сыновей и призовет их в свою армию. Who do you think pays for the palace that the king lives in? И потом, кто вы думаете будет платить за все эти дворцы, в которых you будет жить do. Царь? It's your tax. Вы будете платить за это народ с ваших налогов. Where do you think that great army and those wonderful guards come from? Откуда вы думаете придут эта великая армия и эти прекрасные стражи? Those are your sons. Это будут ваши сыновья. Having a human king is not a good idea. Самуил сказал, человек, царь, это не такая уж хорошая идея, как вам кажется. But the people of Israel persisted. Но народ Израилев настаивал на своем. And so reluctantly Samuel went to God and he prayed. И с нежеланием, но Самуил пошел к Богу и начал молиться. And here's what God said. И вот что Бог сказал. It's in 1 Samuel chapter 8, verse 6. Мы с вами можем найти это в первой книге Царств, 8 главе, начиная с 6 стиха. 1 Samuel chapter 8, verse 6. Первая книга Царств, 8 глава, 6 стих.
But the thing was displeasing in the sight of Samuel when they said, "Give us a king to judge us." And Samuel prayed to the Lord. И не понравилось слово сие Самуилу, когда они сказали: "Дай нам царя, чтобы он судил нас." И молился Самуил Господу. Verse 7. Седьмой стих. And the Lord said to Samuel, "Listen to the voice of the people in regard to all that they say to you, for they have not rejected you, but they have rejected me from being king over them." И сказал Господь Самуилу: «Послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе, ибо не тебя они отвергли, но отвергли меня, чтобы я не царствовал над ними». So in the promised land, the people of Israel rejected God as king. И мы видим, что в земле обетованной народ Израиля отверг Божье царствование над ними. And they chose human kings instead. И вместо этого они избрали себе человека-царя. And the first human king, King Saul, was a failure because he would not obey God. И первый царь, который был поставлен, Самуил, он не был послушным царем, он не слушался указаний Господа. But the second human king was a great success because he was a man after God's heart. Второй же царь, он был прекрасным и преуспевающим, потому что он был человеком по сердцу Божьему. King David became a great king. Царь Давид стал великим царем. Because he always knew that he was a little king for God, the great king. Потому что он всегда знал, что он лишь маленький царь перед великим царем. King David's one desire was to sit in the house of God and be quiet. Царь Давид писал и говорил, что одного лишь хочу и лишь того ищу, чтобы мне сидеть тихонько в доме Божьем и быть у своего царя. King David was a great king because he wanted God to be king all the time. Царь Давид, он всегда хотел, чтобы Божье правление, Божье царство было превыше всего. And after him, his son Solomon took Israel to its heights. И после этого его сын Соломон, он вознес Израиль до высот. And all that God had promised them in the desert came to pass. И все, что Господь обещал им в пустыне, свершилось. Under Solomon they became the envy of the world. Под руководством Самуила Израиль стал чем-то, чему завидовал весь мир. The greatest kingdom of their day. Величайшее царство тех дней. But you know the story. Но вы знаете продолжение истории. Late in his life Solomon's heart departed from the Lord. Позднее в годы своей жизни сердце Соломона разделилось. And he fell into idolatry. И он впал в идолопоклонство. And after him, the kingdom was divided between his sons. И после Соломона и царство разделилось. There were 10 tribes in the north and 2 tribes in the south. 10 колен остались на севере, 2 колена на юге. And there was civil war. Гражданская война пришла. And after that, it's one bad king after another. И после этого мы видим, как один негодный царь сменял другого. Each king worse than the one before him. Каждый следующий был еще хуже предшественника. And they led Israel into idolatry. И они вводили Израиль в блудодейство, в идолопоклонство. They led Israel into sin. Они вводили Израиль в грех. And Israel became weak as a nation. И Израиль стал слабым народом. Every once in a while there would be a good king like Hezekiah or Josiah. Периодически приходил хороший царь, как Езекия, допустим, или Осия. Who would try to reform, try to bring the nation back to the laws of God. И они пытались вернуть и обратить народ назад к Господу и его законам. But then there would be a series of evil kings after that. Но после этого приходила целая серия злых и негодных царей. And the nation just spiraled down to destruction. И народ просто по спирали скатывался к разрушению. And the Assyrians came in and they conquered the 10 northern tribes and took them away into captivity. И после этого сириане пришли, они захватили в плен 10 колен и увели их в пленение. And those 10 tribes have disappeared even to today. И эти 10 колен по сути растворились до сегодня. And some years later there came the Babylonians and they took the southern 2 tribes into captivity. Позднее пришли вавилоняне и пленили 2 южных колена. For 70 years the nation ceased to function. На протяжении 70 лет государство перестало функционировать. And then after 70 years, a tiny remnant came back under Nehemiah and Ezra. И через 70 лет небольшой остаток вернулся назад в Израиль под предводительством Неемии. A remnant returned and they tried to restart the nation. They tried to rebuild the temple. Вернулся остаток, который хотел восстановить народ и восстановить храм. But they were never free again. Но они так и не добились полноты свободы. The Persians ruled them. Пришли персы и правили там. Then the Greeks ruled them. После этого греки пришли, римляне. And then the Romans came in and ruled them. После этого римляне пришли и правили. And this remnant of the nation of Israel, they cried out to God. И после этого этот остаток народа Израиля, он постоянно взывал Господу. And they said, weren't we your chosen people? И говорил ему: Господь, неужели мы не твой избранный народ? Didn't you promise us a kingdom? Неужели ты не обещал нам царствие? And they knew that choosing human kings had been a disaster. И они понимали, что
Человек-царь для них это просто беда. И они жаждали прихода того дня, когда Бог придет и вновь будет их царем. Sure they said to each other, "Oh, if God would only come back and be our king, we would serve him." И они наверняка сидели и говорили: "О, если бы Господь вернулся и стал править нами, мы бы служили ему всем сердцем." Прошли многие поколения. And there was no prophetic word in Israel. В Израиле перестало существовать пророческое слово. And they were ruled by foreigners. Они были правимы чужеземцами. And then, и тогда, when things were the darkest, когда самая тьма заполонила землю, they heard a voice crying out. Они услышали голос. It's a voice in the Galilee. Голос в пустыне, в Галилее. A man arose in the Galilee. В Галилее восстал человек. And he was proclaiming to the people. Человек, который говорил народу: Repent. Покайтесь. Turn around. Обратитесь. Change your ways. Измените свои пути. Because the kingdom of God is at hand. Потому что царствие Божье приблизилось. And he had signs and he had miracles and he did wonders. И он творил чудеса и знамения. And he revived the hope of the nation. И он пробудил надежду народа. And thousands followed him. Тысячи следовали за ним. They wanted to make him king. Они хотели, чтобы он стал их царем. And of course, this man was the Son of God, Jesus. И, конечно же, этот человек, о котором мы говорим, это Сын Божий Иисус. That was his message. И это была его проповедь. Repent. The kingdom of God is here. Покайтесь, ибо Царствие Божье приблизилось. He proclaimed the kingdom of God. Он провозглашал Царствие Божье. He taught the kingdom of God. Он учил принципам Царствия Божьего. He taught in parables. He told stories. Он учил их в притчах, в историях. Most of his parables begin with the same words. Большинство его притч начинаются одними и теми же словами. The kingdom of God is like this. The kingdom of God is like that. Царствие Божие подобно этому. Царствие Божие можно уподобить всему. The kingdom of heaven is like a fisherman who threw his net in the sea. Царствие Божие подобно рыбаку, который бросает сеть свою в море. The kingdom of God is like a merchant who went seeking fine pearls. Царствие Божие подобно купцу, который ищет дорогих жемчужин. From morning until night he proclaimed and he demonstrated the kingdom of God. С утра до вечера он провозглашал и демонстрировал, что из себя представляет Царствие Божие. He taught his disciples to pray. Он учил своих учеников молиться. Pray in this way, thy kingdom come, thy will be done. Молитесь так, говорил он им, да придет царствие твое, да будет воля твоя. He taught his disciples that nothing was more important than the kingdom. Он учил своих учеников, что нет ничего более ценного, чем царствие Божие. Seek first the kingdom of God. Он говорил: ищите прежде чего царствие Божие. And his righteousness and everything else will be added to you. А его праведность и все остальное приложится вам. It's fair to say that the kingdom of God was the central piece of Jesus' message. К сожалению, для некоторых Царствие Божие было самой сердцевиной проповеди Иисуса. So what do you think the people of Israel believed? И так, что же вы думаете, чему поверили израильтяне? They believed he would bring God back as their king. Они верили, что Иисус будет тем, кто принесет, приведет Бога назад на царство в Израиле. They knew what a disaster human kings had been. Они знали, какая беда для страны человеческий царь, They царь-человек. They longed for God to rule them again. Они жаждали, чтобы Бог вновь напрямую царствовал над Now, ними. Listen, even his disciples believed this. И даже его ученики верили этому. Even his disciples believed this after the resurrection. Они верили этому даже после того, как Иисус воскрес из мертвых. They believed he would bring God back as the king of Israel. Они верили, что Иисус будет тем, кто вернет Царство Божье в Израиль. I'd like to show you this. Я хочу показать вам это. Turn with me to Acts chapter 1. Давайте обратимся к первой главе Деяний апостолов. Turn to Acts chapter 1. Первая глава Деяний апостолов. Now I know that there are probably a number of Pentecostal people here. In this room. Я думаю, я так предполагаю, что среди нас есть, наверное, несколько людей из пятидесятнического движения. And my background also is in the Pentecostal charismatic movement. И я вышел тоже из пятидесятнического харизматического движения. And that means I sat in many services where they preached on Acts chapter 1 verse 8. И это значит, что в своей жизни я слушал много проповедей по Деянию апостолов 1:8. I can recite that scripture from memory. И я могу на память процитировать это местописание. But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you. Ибо вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. And if you're an American evangelist, you say power. Если вы американский евангелист такой, вы бы сказали силу. When the Holy Spirit has come upon you, когда Дух Святой сойдет на вас, and you will be my witnesses in Jerusalem, Judea, Samaria, and even to the uttermost parts of the earth. И вы будете мне свидетелями в Иудее, в Самарии и даже до краев земли.
И большинство из нас, мы знаем наизусть и прекрасно это место Писания Деяния апостолов 1:8. Но сначала я никак не осознавал, что этот стих является ответом, который Иисус дает на вопрос, заданный учениками ранее. И фактически мы видим здесь, что это последний вопрос, который его ученики задали, пока Иисус был на земле. And his answer is really the last thing that he said to them on earth. И его ответ является фактически последними словами Иисуса, пока он был на земле. Let's back up two verses and let's read the question. Так давайте вернемся же назад и прочитаем, в чем состоял вопрос. Acts chapter 1 verse 6. Шестой стих первой главы Деяний. So when they had come together, they were asking him, saying, Lord, is it at this time you are restoring the kingdom to Israel? Поэтому они, сошедшие, спрашивали его, говоря, не в это ли время, Господи, восстановляешь ты царство Израилю? These men had walked with him for 3.5 years. Эти люди, они ходили с Иисусом 3.5 года. Some of them had witnessed his death. Некоторые из них были свидетелями его смерти. Others of them had witnessed his resurrection. Многие из них были свидетелями его воскресения. They were truly believers in the New Testament sense. Нет никаких сомнений в том, что они были настоящими верующими в том понятии, какое дает это Новый Завет. But they still believed that he would bring God back as king of Israel. Но они продолжали верить, что Иисус приведет Бога как царя в Израиль. So let's look at the answer that Jesus gave to them. И давайте посмотрим на тот ответ, который Иисус дал им. Седьмой стих. He said to them, it's not for you to know the times or the seasons which the Father has fixed by his own authority. Он же сказал им, не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти. In other words, he didn't say no, but he said, I'm not going to tell you when. Другими словами, Иисус не сказал им нет, но он сказал им, я вам не скажу, когда это произойдет. I think he said this because if he told them it would be more than 2000 years, I think they would have been a little depressed. Я думаю, что Иисус не дал им точного ответа, потому что тогда он наверняка должен был бы им сказать, что вам придется ждать еще как минимум 2000 лет, а это наверняка вогнало бы их в депрессию. So he said, I'm not going to tell you when God will be king of Israel again. И он говорит им, я не скажу вам, когда Бог будет вновь царем Израиля. But this I will tell you. Но одно я вам скажу. You will receive power. Вы примете силу. From the Holy Spirit. От Духа Святого. To be My witness. Для того, чтобы быть моими свидетелями. Everywhere you go in the world. Куда бы вы ни пошли в мире. And basically what he's telling these disciples, и по сути, то, что он говорит своим ученикам, is the kingdom of God is much bigger than Israel. Он говорит им, что Царствие Божие, оно больше, чем Израиль. This good news of the kingdom is going to go all over the world. Он говорит им уже здесь, что благая весть о Царстве Божьем, она разнесется по всему миру. But you, my disciples, но вы, говорит Иисус, ученики мои, you will receive power and you will be witnesses of this kingdom. Вы примете силу и будете свидетелями этого Царствия. You will demonstrate this kingdom. Вы будете демонстрировать это Царствие. Now, I used to think that that verse was all about the charismatic gifts and all about miracles. Я думал, что этот стих, все, что он говорит, это о харизматических дарах и чудесах. Now I realize that miracles portion of what Jesus was really talking about. Теперь я больше и больше прихожу к пониманию того, что чудеса являются лишь малой частью того большого, что Иисус здесь открывает. Because it takes great power from the Holy Spirit to be a witness of this kingdom. Потому что для того, чтобы быть свидетелем этого царствия, требуется огромная сила Божья. And if you seek first this kingdom and its righteousness, если мы ищем, во-первых, этого царствия и его праведности, then all the other things, including miracles, will be added to you. Тогда все остальное, включая чудеса, приложится вам. But to seek this kingdom is going to take great power. Но для того, чтобы искать этого царства и быть его свидетелями, потребуется огромная сила духа. Why does it take such power? Почему для этого требуется столько силы? To be a witness of God's kingdom. Чтобы быть свидетелем Царствия Божьего. Because I have learned that one of the great enemies of the gospel. Потому что в своей жизни я понял, что одним из самых больших противников Евангелия, an enemy in the New Testament, врагом, которым мы встречаемся в Новом Завете, is lawlessness. Это беззаконие. And I don't believe we have a deep enough, a great enough revelation of law. Я не думаю, что у нас есть
достаточно глубокое и твердое понимание закона. To truly understand and appreciate the amazing grace that Jesus offers. Для того, чтобы по-настоящему понять величину и масштабы той благодати, которую нам дает Господь. Let me show you a few examples of what the New Testament says about lawlessness. Я хочу показать вам несколько примеров того, что Новый Завет называет и говорит как беззаконие. And for you Bible scholars, I'm following the New Testament Greek word anomia. И для тех из вас, кто является учеными Библии, это слово называется. And that word simply means the lack of law. Anomia. Это слово на греческом это эйномия, которое по сути то, что мы называем беззаконие, значит отсутствие закона. Now for those of you who are taking notes, just write down these scriptures. Вы можете записать для себя, отметить места Писания, которые я упомянул. In Matthew chapter 24, verse 12. 24 глава Евангелия от Матфея, 12 стих. Jesus says, because lawlessness is increased, most people's love will grow cold. Иисус говорит, и вы знаете это место, что по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. He doesn't say because violence or because carnality increases. Он не говорит, что это произойдет из-за увеличения насилия или растления общества. He says what will cause people's love to grow cold, love for God to grow cold, is lawlessness. И он говорит, что то, что приведет к охлаждению любви к Иисусу, это беззаконие или отсутствие закона в их жизни. In 2 Thessalonians chapter 2 verse 3. Во втором Фессалоникийцам 2:3. The apostle Paul describes the Antichrist. Апостол Павел он описывает антихриста. As the man of lawlessness. Как человека отступника. Not the man of violence. Не человека, который насильник. Not the man of carnality. Не человека, который растленный. The man of corruption. Не человека, который коррумпированный. The Antichrist, the man of sin, is the man of lawlessness. И то, что у нас в русском переводе написано как «человек греха», на греческом написано как «человек беззаконник». And this makes sense to me, и это выглядит логичным для because меня. When the devil comes to you to tempt you to sin, потому что когда дьявол приходит к нам для того, чтобы искусить в грехом, usually the devil will not say to you, hey, I'm the devil and I want you to sin. Обычно он не говорит, hey, смотрите, я дьявол, пришел вас искушать грехом. Usually the devil will say, hey, I'm your friend and I just want you to do whatever you want. И он говорит, смотри, ведь я же твой друг, и я помогу тебе сделать все, что ты хочешь. The devil, the Antichrist, is the man of lawlessness. И дьявол, антихрист, это человек греха, человек беззаконник. What about those of us in ministry? Что можно сказать в отношении тех из нас, кого Бог призвал на служение в церкви? And says the king said about that. Давайте посмотрим, что Иисус, царь, сказал об этом. Turn with me to Matthew chapter 7. Давайте обратимся к Матфея 7 главе. Let's go back to the Sermon on the Mount. Вернемся назад к Нагорной проповеди. Matthew chapter 7, verse 21. 7 глава Евангелия от Матфея, 21 стиха начнем, с 21 стиха. Matthew 7, verse 21. 21 стих Евангелия от Матфея. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father who is in heaven will enter. Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного. Many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name, and in your name cast out demons, and in your name perform many miracles? Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? And then I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you who practice, and the word in the New Testament is lawlessness. И тогда объявлю им, я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие что? Беззаконие. So listen, the mark of a true Christian, и то, что отличает истинного христианина, is not the ability to do miracles or to prophesy in the name of Jesus. Это не его способность творить чудеса или пророчествовать во имя Иисуса. The mark of a true Christian, someone who is in God's kingdom, отметкой настоящего христианина является присутствие или жизнь этого человека в Божьем царстве. А тот, кто находится в Божьем царстве, он правит в его жизни правит
Бог царь. Because the kingdom of God is wherever Jesus rules as king. И можем сказать, что царствие Божие присутствует везде, где Иисус является царем. If Jesus rules in your heart, если Иисус является правителем в вашем сердце, then the kingdom of God is within you. Тогда царствие Божие в вас. If Jesus rules as king in your home, если Иисус правит как царь в вашей семье, у вас дома, then the kingdom of God has come to your home. Тогда царствие Божие пришло в ваш дом. If Jesus is king of your church, then your church is an expression of his kingdom. Если Иисус является царем вашей церкви, тогда церковь является отражением царствия Божьего. And if Jesus, if you are not under the rulership of Jesus, если человек, любой человек не находится под водительством и правлением Иисуса, even if you perform miracles and prophesy in his name, тогда он может пророчествовать и творить чудеса во имя Иисуса, you are still not in the kingdom. Но не быть в царстве. You are in the kingdom when you are ruled by the king. Мы в царстве тогда, когда царь правит нами. How do you know that you're ruled by the king? А как мы можем знать, что царь царей, он правит нашей жизнью? Because you obey the laws of the king. Потому что мы послушны законам царя. Just the way if you get on a plane and you fly to Thailand. Так же самое, если вы сядете на самолет и полетите, допустим, в Таиланд. They're having a lot of trouble in Thailand. В Таиланде сейчас много трудностей, возможно, не стоит туда летать. But there's a king in Thailand. Но в Таиланде есть царь. There's a king in Jordan. Есть царь в Иордании. There's a king in Saudi Arabia. В Саудовской Аравии есть царь. There's still a lot of countries in our world that are ruled by kings. В нашем мире до сих пор немало стран, в которых есть царь. What defines their kingdom? И что делает их страну царством? Their rulership. Или что делает этого человека царем, это то, что он правит в этой стране. I'm in Kyrgyzstan now. Сейчас я в Киргизстане. I'm not under the rulership of the king of Thailand. И я не являюсь человеком, который находится под правлением царя Таиланда. Because I'm not in the kingdom of Thailand. Потому что я не нахожусь в царстве Таиланда. Do you see what I'm saying? That the kingdom is the domain of the king's rulership. И вы понимаете уже, что царство — это та территория, на которой правит царь. And everyone in that domain is ruled by the law of the king. И каждый, кто находится на территории этого царства по-настоящему, он находится под водительством и правлением царя. So Jesus is saying, if no matter what you do, even if you do good things and you're outside his rulership, you're not in the kingdom. Другими словами, Иисус говорит, мы можем делать хорошие даже вещи, но если мы вышли из-под его правления как царя, то мы не находимся в его царстве. Now, okay, so what does Jesus, our king, say about the law in his kingdom? И что же Иисус, наш царь, говорит о законе в его царстве? This is so vitally important for every Christian. Я верю, что это жизненно необходимо как понимание для каждого христианина. But I meet many Christians in different parts of the world. Но я встречаюсь со многими христианами в разных частях мира, who think that the teaching of Jesus is like good advice from their friend. Которые думают, что учение, которое дает Иисус, это совет хорошего, прекрасного друга. Jesus is our friend. И мы можем сказать, Иисус, он друг. But he is first our king. Но не забудем, что он, во-первых, он наш царь. And he did not say, a new proposal I submit for your consideration. И он говорит, я не даю вам новую рекомендацию для того, чтобы вы раздумали, подумали над ним. He said, a new commandment I give to you. Иисус говорит, новую заповедь даю я вам. Our king rules his kingdom. Мы видим, что наш царь, он правит в своем царстве. So let's look back in the Sermon on the Mount to see what our king says about the law in his kingdom. И давайте посмотрим в Нагорной проповеди, что наш царь говорит о законе его царства. Turn with me to Matthew chapter 5, 17. Давайте обратимся к Матфея 5, 17. Matthew chapter 5, verse 17. Матфея, Евангелие от Матфея, 5 глава, 17 стих. These are the words of Jesus. Мы видим здесь слова Иисуса. The words of our king. Слова нашего царя. Verse 17. 17 стих. Do not think that I came to abolish the law or the prophets. I did not come to abolish, but to fulfill. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. For truly I say to you, until heaven and earth pass away, not the smallest letter or stroke will pass from the law until all is accomplished.
Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна иота и ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Whoever then annuls one of the least of these commandments and teaches others to do the same will be called least in the kingdom of heaven, but whoever keeps and teaches them, he will be called great in the kingdom of heaven. Итак, кто нарушит одну из заповедей этих малейших и научит так людей, тот малейшим назовется в Царстве Небесном. А кто сделает и научит, тот великим назовется в Царстве Небесном. And Jesus is referring to the laws that were given to Israel through Moses. И говоря о заповедях, Иисус обращается, отсылает нас к законам, которые были даны через Моисея. Now, does he mean that we are supposed to go back to those laws that were given to Israel, that are the laws that are in the Bible? Значит ли это, что мы должны вернуться к каждому из тех законов, которые даны нам через Моисея в Пятикнижии Моисея? Does Jesus want us to be like the Orthodox Jews who are trying their best to obey the 613 commandments in the Bible? Значит ли это, что Иисус хочет, чтобы мы уподобились религиозным иудеям, которые пытаются исполнить страстно пытаются исполнить все 613 заповедей? Is Jesus saying to us as members of his kingdom that we should go back to legalism? Значит ли это, что Иисус говорит нам, членам его царствия, что мы должны вернуться к законничеству? Heaven forbid. Да не будет того. Absolutely not. Конечно же нет. The apostle Paul taught us. Апостол Павел, он говорит. If you try to do that, you'll lose your spiritual life. Он говорит, если вы пытаетесь просто вернуться к исполнению законов, вы теряете свою духовную Because жизнь. The letter kills, but the spirit gives life. Потому что буква убивает, а дух животворит. Jesus wants us to go from the letter to the spirit. Бог хочет, чтобы от буквы мы оттолкнулись и вошли в дух. But without losing the lawful rulership of God in the meantime. Но войдя в дух, не потеряли правление нашего царя. I think if I had been listening to Jesus teach on the Sermon on the Mount, I might have had a question right there. Я думаю, что если бы я сидел там и слушал учение Иисуса на Нагорной проповеди, я наверняка хотел бы задать ему вопрос. I might have asked him, Lord, do you mean that we should obey all the laws in the first five books of the Bible? Я хотел бы спросить его, Господь, неужели ты думаешь, что нам нужно вернуться и слушаться и исполнять все 613 заповедей закона? Because if that's true, Chinese food is definitely out. Потому что если это так, то тогда мне точно нельзя есть китайскую пищу. And Japanese food too. И японскую тоже, потому что она не кошерная. I would say, Lord, is that what you mean? Я бы спросил, Господь, ты это имеешь в виду? But if I had asked that question, I think Jesus would have said, I'm glad you asked that question. Я думаю, что если бы я спросил этот вопрос, ответ Иисуса был бы приблизительно таком: о, молодец, что спросил. Because what follows in Matthew chapter 5 is not one, not two, not three, not four, not five, but six examples of what he means by law in his kingdom. Потому что дальше Иисус на Нагорной проповеди, он объясняет не раз, и не два, и не три, но шесть раз он дает пример в отношении того, как Иисус видит значение закона в Царстве Божьем. And I don't believe that Jesus is just adding six new laws to the 613 that Israel already had. И делая это, Иисус не добавляет еще шесть законов к уже существующим 613. He's showing us the principles of the kingdom. Он показывает нам в этом принципы действия жизни в Царстве. И Он ожидает, что мы научимся из этого и будем способны правильно толковать весь закон. Вы были такой прекрасной аудиторией, были настолько терпеливы, что я готов сейчас пойти вместе с вами, использовать эту возможность и посмотреть, что же эти за шесть примеров. Потому что я верю, что когда мы дойдем до конца, мы будем невероятно благодарны Господу за Его прекрасную и обильную благодать. И давайте не забывать, что слова Иисуса здесь — это не просто такой совет хорошего друга. This is the king of the kingdom. Это говорит царь царей. Telling us what the requirements are in his kingdom. И он говорит, каковы требования его царствия. This is the greatest teaching that ever was. Это величайшее учение, которое когда-либо было. И по сути, даже само это учение Иисуса является проявлением Его благодати к нам. И для того, чтобы мы могли научиться жить и действовать по принципам Его Царствия Божьего. Давайте посмотрим на первый пример.
And as we go along, I'm sure you're going to get the idea very quickly. И по мере того, как мы будем продвигаться, я уверен, вы поймете идею очень быстро. Let's look in Matthew chapter 5:21. Пятая глава, 21 стих. And here Jesus takes the first principle that he wants to teach us. И здесь мы видим первый принцип, который Иисус хочет дать нам и разъяснить нам. Verse 21. 1:21. You have heard that the ancients were told, "You shall not commit murder, and whoever commits murder will be liable to the court." Извините, 21 стих 5 главы, мы там же все еще. Вы слышали, что сказано древним: не убивай. Кто же убьет, подлежит суду. Now all of us know that's one of God's laws. И мы знаем, что это один из законов, заповедей Божьих. Isn't that number 6 of the 10 commandments? Это шестая из 10 заповедей. You shall not commit murder. Не убий. But you, Jesus, our King, what do you say about that law? Но мы задаемся вопросом: Иисус, царь наш, что ты скажешь об этом законе? Look in the next verse. Посмотрите следующий стих. Verse 22. 22 стих. But I, that is I, your King. И я, и не забудем, что я это я, ваш царь. But I say to you that everyone who's angry with his brother shall be guilty before the court. Whoever says to his brother, "You good for nothing," shall be guilty before the Supreme Court. And whoever says, "You fool," will be guilty enough to go into the fiery hell. А я, говорит нам царь, говорю вам, но что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Кто же скажет брату своему рака, подлежит Синедриону. И кто скажет безумный, подлежит гиене огненной. Вау. I'm glad I didn't have to say that to you. Я рад, что я не должен был сказать вам эти слова. I just read you the words of our King. Но я просто читаю слова нашего царя. He says it's not in his kingdom, it's not enough that you don't kill somebody. Он говорит здесь, что в моем царстве этого мало, если вы просто никого не убили. He says in my kingdom I need to rule the anger that's in your heart. Он говорит, в моем царстве я должен быть властелином даже над вашим гневом. And he says, if I don't rule the anger in your heart, then I'm not really your king. И он говорит, если ваш гнев не подвластен моему правлению, то я сомневаюсь, являюсь ли я вашим царем. Now let's go to the next example, just to make sure we understand what Jesus is saying. Давайте пойдем дальше и посмотрим. Я уверен, мы поймем, что говорит Иисус. Verse 27. 27 стих. Verse 27. You have heard that it was said, "You shall not commit adultery." Вы слышали, что сказано древним? Не прелюбодействуй. Yes, Lord, we know that is one of the laws of God. Да, Господь, мы знаем, это один из законов Писания. In fact, that's number 7 of the 10 commandments. И более того, это седьмая заповедь из десяти. But Jesus, you are King. What do you say about this law in your kingdom? Но Иисус, царь наш, что ты хочешь сказать нам в отношении этой заповеди? Verse 28. 28 стих. But I, that is I, your King. А я, то бишь я, ваш царь. I say to you that everyone who looks at a woman with lust for her has already committed adultery with her in his heart. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. All the men said, "Oh no." И все мужчины да скажут: "О, о." That's the law. Такой закон. I'm going to need amazing. Я нуждаюсь для того, чтобы исполнить его в невероятной благодати. You and I are going to need amazing grace every day. Вы и я, мы нуждаемся для этого в невероятной благодати каждый день. First of all, to enter this kingdom. В первую очередь для того, чтобы войти в царствие. Second of all, to live. А во-вторых, для того, чтобы в этом царстве остаться и жить. I hope you're beginning to get the understanding. Я думаю, что вы начинаете понимать, о чем я говорю. This is why Jesus said to his disciples, поэтому Иисус сказал своим ученикам, one day the kingdom will come back to Israel. Он говорит им, придет день, когда царствие вернется в Израиль. But right now the kingdom of God is stretching all over the world, and I'm calling whosoever will into my kingdom. Но сейчас Царствие Божье, оно распространяется по всему миру, и я призываю в него каждого, кто ответит на мой призыв. But you will receive power when the Holy Spirit will come upon you. Иисус дальше говоря продолжает, но вы примете силу, когда Дух Святой сойдет на вас. Then you will be my witnesses. И тогда вы будете моими свидетелями. Wherever you go. Куда бы вы ни пошли. How many of you realize just to obey these two commands of our King, you're going to need power? Сколько из вас согласны с тем, что для того, чтобы исполнить хотя бы два
две этих заповеди нашего царя, мы нуждаемся в You're силе Божьей. Need supernatural power. Нам нужна сверхъестественная сила You're для этого. Need amazing grace. Нам необходима просто невероятная благодать. Потому что я так понимаю, что в Царство Небесное войти с гневом будет трудновато, как минимум. You need the king to start ruling in your heart. Вам нужно, чтобы ваш царь, Иисус, начал править вашим сердцем над всем. And you're not going to enter the kingdom with your pornography addiction. И вы не войдете в Царствие Божие, если вы зависите от порнографии. Friends, you're going to have to leave that at the door because it doesn't happen in the kingdom of God. Вам нужно будет оставить это за дверями, потому что в Царстве Божьем этого нет. Friends, we need the power of God. И для этого нам необходима сила Божья. This is where grace comes in. И здесь благодать приходит See, нам на помощь. Because our king's requirements are so high. Именно потому, что требования нашего царя они так высоки. We need amazing grace in this kingdom. Именно поэтому в его царстве мы нуждаемся в невероятной благодати. And every day that we can walk with him, we should be thanking God for the grace he gives us. Чтобы каждый день, ходя в Иисусе, мы благодарили его за эту благодать. To keep our hearts pure. Для того, чтобы он держал содержал наши сердца в чистоте, чтобы мы не отпали с этого узкого пути. Потому что не заблуждайтесь, Царство Божье — это совершенное царство. Это святое царство. Это царство, которому не будет конца. Это царство, которое непоколебимо. Другие царства, они будут подниматься и падать вокруг нас. Но это царство никогда не поколеблется. И к тому времени, как Господь вернется, Его царствие будет по всей земле. Но мы нуждаемся в силе Божьей. Но для того, чтобы так случилось, мы нуждаемся в силе Божьей. Давайте просмотрим следующие четыре еще примера, и после этого я суммирую все. 31 стих. It was said, whoever sends his wife away, let him give her a certificate of divorce. Сказано также, что если кто разведется с женой своей, пусть даст ей разводную. That was the law in Israel under Moses. Таков был закон в Израиле во времена Моисея. 32 стих. But I, that is I, your king, Но я, то бишь я, ваш царь, I say to you that everyone who divorces his wife except for the reason of unchastity makes her commit adultery, and whoever marries a divorced woman commits adultery. А я говорю вам, кто разводится с женою своей, кроме вины любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать, и кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. Our king is so Наш царь, он говорит это ясно и недвусмысленно. И еще раз, друзья, пожалуйста, поймите, это не совет хорошего, такого милого друга. Who, graciousness, это то, что говорит нам царь, который именно благодаря тому, что он любит, именно благодаря тому, что он благодетельствует нам, он объясняет нам принципы его царствия. 33 стих. Again, you have heard that the ancients were told, you shall not make false vows, but fulfill your vows to the Lord. Еще слышали вы, что сказано древним, не приступай к клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои. But I say to you, make no oath at all, either by heaven, for it's the throne of God. А я говорю вам, не клянись вовсе ни небом, потому что оно престол Божий. You know, what Jesus is saying here is that in some courtrooms, They bring in a Bible and they make you swear on the Bible to tell the truth. И то, что Иисус по сути говорит здесь, что в некоторых судах говорят, что можно положить Библию, вы клянетесь на Библию, это значит, что все, что вы не говорите, уже истина. And after you swear to tell the truth, if you lie, it's a crime. Если вы поклялись, что вы говорите истину, а после этого солгали, то вы сделали криминальное преступление, уголовное преступление совершили. You break the law. Вы нарушили закон. In some countries they'll put you in prison for lying under oath. В некоторых странах дача ложных показаний карается тюремным заключением. But Jesus says, in my kingdom, Но Иисус говорит, в моем царстве we don't have to bring out a stack of Bibles so that you will tell the truth. Нам не нужно приносить тысячу Библий, чтобы каждый положил руку и поклялся. Jesus said, in my kingdom, the law is you always tell the truth. Иисус говорит, в моем царстве закон таков, что вы всегда просто говорите правду. And the truth will set you free. И эта правда, истина, сделает вас свободными. We should be known as a people of truth. Мы должны быть известны как люди, которые живут истиной и правдой. Who speak truth and behave according to the truth. Который говорит правду и ведет себя соответственно.
You know, the commandments of Jesus, I'm just realizing, get harder and harder. И я сейчас даже перечитывая, осознаю, что заповеди Иисуса становятся более и более тяжелыми. Verse 39, but I say to you, do not resist an evil person. Whoever slaps you on your right cheek, turn to him the other also. That's verse 39. А я говорю вам, не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. Let's look at verse 44. 44 стих. I say to you, love your enemies and pray for those who persecute you. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас. Friends, of all the six illustrations or the six examples that our king chooses, this is probably the hardest one. И этот последний, пожалуй, из всех шести примеров, которые приводит Иисус, является самым тяжелым, который можно было бы принять в нашей жизни. Loving your enemies is almost like it's almost the impossible command. В определенном смысле можно сказать, что любить врагов своих для человека по природе невозможно. But I believe that God would give us grace to love our enemies. Но я верю, что Бог даст нам благодать, чтобы мы могли любить наших врагов. And to do good to those who want to hurt us. И даже благословлять тех, кто проклинает нас и гонит нас. And if we receive the power to obey that command of our King, и если мы сможем принять силу, чтобы быть послушными этой заповеди царя, the result would be that we could change our enemies into our friends. Результатом может стать то, что наш враг обратится и станет нашим другом. And wouldn't that be an awesome power? Невероятное, не прекрасное ли бы проявление силы это было? Imagine if you had the power to turn your enemies into friends. Представьте себе, что у вас есть сила обращать ваших врагов в друзей. That could turn its enemies into friends. Представьте себе страну, которая может обращать ее врагов в своих друзей. I believe that's the secret behind the commands of Jesus. Я верю, что здесь есть тайна, сокрытая за заповедями Иисуса. Okay, now I think you get the understanding. Но в любом случае, я думаю, вы поняли общий принцип. That Jesus is telling us what it's like to live in His kingdom. Иисус говорит нам, чему мы можем уподобить жизнь в Царстве Божьем. Какова она там? Now I love to watch sports on television. Я люблю смотреть спортивные программы по телевизору. The older I get, the more enjoyment I get from watching young people exhaust themselves. Чем старше я становлюсь, тем с большей радостью я смотрю, как молодежь изнуряет себя на поле там где-то. And I love to watch the Olympics on television. Мне нравится смотреть Олимпийские игры. One of my favorite sports is high jumping. И один из моих любимых спортов, видов спорта, это прыжки в высоту. You know these high jumpers, you know they can do almost impossible things. И вы знаете, эти прыгуны в высоту, они могут делать иногда просто не потрясающие вещи. The good high jumpers, I mean, they start jumping at 2 meters. И хорошие прыгуны, они начинают прыгать на высоте 2 метров. And they jump. Перепрыгивать. And they jump backwards. You know that? И вы знаете, что они не просто перепрыгивают, они спиной перелетают. They don't go over the bar this way. They go this way. Они не так перепрыгивают, они вот так вот прыгают. It's just amazing for me to watch them. Это невероятно видеть, что они вообще могут такое сделать. How many of you know what I mean by high jumping? Сколько из вас знают, о чем я говорю, понимают? Okay. Yeah, all right. So you know how it works. И вы знаете, как это выглядит, как это работает. They put the bar at a certain level. Они ставят планку на определенном уровне. Everybody has to jump. И каждый должен ее перепрыгнуть. And then the ones that are successful in jumping get to try again. И тот, кто перепрыгнул на этом уровне, они поднимают планку. But they raise the bar. И на следующий раз планка уже выше. And they keep doing this until finally only one person is successful. И они продолжают это делать до тех пор, пока не остается один единственный, кто перепрыгнул самую высокую поставленную планку. And they call that person the winner, and they give him or her a medal. Они называют этого человека победителем и дают ему золотую медаль. And then, if it's the Olympics or some important game, they'll raise the bar again. И если это Олимпийские игры или какие-то важные соревнования, то даже после этого они поднимают планку еще чуть-чуть выше. And they keep raising the bar until no one is successful. И они начинают поднимать эту планку до тех пор, пока не остается никого, кто бы мог перепрыгнуть. And that's how they know whether they have an Olympic record or a world record. И так, поднимая планку, они знают, был ли побит мировой рекорд или олимпийский рекорд или нет. Now, using that as a picture, я хочу использовать это как пример, как образ. What do you think our King Jesus is doing with the law? Что вы думаете в этих примерах Иисус делает с законом? Let's say the bar of the law is here. Давайте представим, что закон Библии Ветхого Завета, он здесь, вот на этой высоте. God says, you shall not murder.
Господь говорит, вот это уровень этого закона, не убий. Everybody in the kingdom has to jump that high. И каждый, кто хочет войти в царство, должен перепрыгнуть эту высоту. And so we all try to jump. И мы все пытаемся перепрыгнуть. And looking at this nice crowd today, и смотря на вас, на прекрасную публику здесь, I think that probably most of you were successful. Я думаю, что практически все наверняка перепрыгнули бы планку на такой высоте. Я думаю, что большинство из вас по жизни спокойно бы прошли, не так никого и не убив. Okay. Now, what is our king saying? Но что нам говорит наш царь? Is he saying to us, oh, my brothers and sisters, you're in the kingdom of God now? Неужели он говорит нам, что раз мы прошли эту высоту, то теперь мы так свободно просто вошли and в Царство Божие? In the kingdom of God, it's all about love and mercy and grace. Вы перепрыгнули в Царстве Божьем, теперь все только любовь, благодать и милость. So, that's right. Moses put the bar right here. И это правильно, да, Моисей поставил планку на такой высоте. But since I love you all so much, I'm just going to take this bar and just put it down over here. Но Иисус говорит, что я люблю вас так сильно, это Моисей поставил вам закон, а я его просто возьму и уберу эту планку. No jumping in my kingdom. В моем царстве вообще никаких стандартов, никаких прыжков. You have grace. Благодать. Заходи, кто хочет, ходи куда хочешь. Don't worry about it anymore. Больше не беспокойтесь об этой планке. Is that what Jesus is saying? Неужели это то, что Иисус говорит в стихах, на которые мы читали? No. Нет. No. What is he saying? А что он говорит? He's saying for Israel, for the Jews, that the bar was here. Он говорит, для Израиля, для иудеев планка была здесь. And everybody had to jump. И каждый должен был ее перепрыгнуть. But in my kingdom, но в моем царстве, the bar isn't here. Планка не здесь. The bar is here. Планка где-то вот, вот так. Okay, and the same thing with adultery. То же самое с прелюбодеянием. You cannot sleep with a woman who's not your wife. Нельзя идти спать с женщиной, которая не твоя жена. That's where Moses put the bar. Это та высота, на которой Моисей поставил планку. But Jesus says, in my kingdom, но Иисус говорит, в моем царстве I demand that your heart is pure. Я требую не просто того, чтобы вы не спали с кем-то, но чтобы ваше сердце было полностью чистым. И планка высоко. At the highest level. Высоко, практически недостижимо. Friends, at a perfect level. На уровне, который совершенный. Now, where does that leave you and me? А где это оставляет вас и меня? Где теперь мы с такими планками? I know how I feel about that. Я знаю, как я чувствую, когда я смотрю на планку and там. I'll tell you. Я скажу вам, что я чувствую. I would say to Jesus, я бы сказал Иисусу, now, Jesus, I love you. Я сказал бы ему, Иисус, я люблю тебя. I believe you are the Son of God. Я верю, что ты Сын Божий. And you are my King. И ты мой царь. And I desire with all of my heart and soul to live in your kingdom. И я всем своим сердцем и душою своей хочу быть в твоем царстве. I just have one problem. Но у меня есть одна проблема. I can't jump that high. Так высоко прыгать я не умею. In my flesh. There is no way I'm going to jump that high. В моей плоти своими силами прыгнуть так высоко, забудь. Won't you please just kind of lower your standards a little bit for me, please? Иисус, пожалуйста, спусти планочку немножко пониже. Won't you just let me in the back door of the kingdom, maybe? Или может быть у тебя там есть где-то черный ход, куда я бы мог зайти в царствие? Give me a little grace. Господь, дай мне немного благодати, я же должен пройти. But grace is not to get in the back door of the kingdom. Но благодать состоит не в том, чтобы зайти в Царствие Божье с черного хода. Grace is the power of God that enables you to jump that high. Благодать дается нам в том, что Бог дает нам силу прыгнуть так высоко. How do any of us ever get to that point? Как мы вообще можем достигнуть этого? First, we have to realize that is the standard in this kingdom. В первую очередь, для того, чтобы перепрыгнуть эту планку там высоко, нам нужно понять, что она там вообще есть. Second, we have to realize this flesh and blood is not going to make it. Второе, мы должны понять, что плоть и кровь так высоко не прыгнет. Third, we have to give up. Третье, мы должны отказаться от попыток сделать это по плоти. And the Bible describes that as a death. И Писание называет это смертью для себя. You have to die to yourself.
yourself. Мы должны умереть для себя. You have to die to your own desires. Мы должны умереть для наших плотских желаний. You have to die to your own abilities. Мы должны умереть для наших своих даже способностей. Friends, you have to die to what is human about you. Мы должны умереть для всего, что человеческое в нас. But the good news of the gospel is this. Но благая весть Евангелия состоит в следующем. That if you do lay down your life and you do die, что если мы положим свою жизнь для Иисуса и умрем для плоти, then the same spirit that raised Jesus from the dead will begin to dwell in you. Тогда тот же самый Дух, который воскресил Иисуса из мертвых, начнет жить и в вас. And that same spirit will begin to give life to your mortal body. И этот Дух начнет давать жизнь вашему смертному телу. And you'll start to say things like this. И вы начнете говорить вещи такого рода. Hey, look, I died, so it's no longer I that lives, it's Christ that lives in me. Вы тогда сможете сказать: я умер для себя, и уже не я живу, но живет во мне Христос, который умер за меня. And if I have died and Christ is living in me. И если я умер и Христос во мне, then I can do all things through Him who strengthens me. Тогда я все могу в укрепляющем меня Иисусе. I could even jump that high. Даже прыгнуть так высоко. Now listen. Послушайте. I've been married many years. Я женат уже много лет. And there was a time when every time my wife would say a certain thing to me. И на протяжении долгого периода каждый раз, когда жена говорила мне одну определенную конкретную вещь, I would explode in anger. Я начинал злиться на нее и кричать на нее. I hope I'm not shocking. Я надеюсь, что вы не в шоке от того, что со мной такое было. I can remember a time years ago I broke every dish in the kitchen. Я помню, что был один раз, когда я все тарелки на кухне перебил. Every time she said that certain thing. Каждый раз, когда она говорила мне вот ту фразу, it never failed. Это никогда, никогда я не смог ничего с этим делать. And I began to realize. И я начал понимать, что этот гнев, он может в конечном итоге не дать мне войти в Царствие Божие. И я начал просто жаждать изменения. И я начал просто жаждать этого изменения. Я начал взывать Господу. And I began to search the scriptures. И я начал исследовать Писание. And that's when I began to discover the things I'm just telling you. И тогда я начал открывать для себя то, что я с вами сегодня делюсь. And one day, after a while, и после достаточного промежутка времени, she said that very thing again. Моя жена опять сказала мне эту фразу. But this time, но в этот раз, I went, я сказал, ну, ничего страшного. And a moment later, и через мгновение, I said, wait a minute. Я сказал, вау, подожди. She just said that thing again. Она же только сейчас сказала мне вот эту фразу. I should have exploded. Я же должен был просто-напросто взорваться гневом. But I didn't. Но я не взорвался. Yes. Вау. I jumped it. Я перепрыгнул. I jumped it. Я перепрыгнул. Okay, now listen. You're clapping because this is about you too, right? Вы хлопаете, потому что вы понимаете, что это к вам тоже говорит, не так ли? If I did it once. Если я перепрыгнул один раз. Listen, if I did it once. Если я перепрыгнул один раз. I know. Теперь я знаю. I could probably do it again. Я наверняка справлюсь с этим еще раз. The first time. Breaks the barrier. Потому что первый раз дает нам прорыв. And if I did it once, I can do it again. Если я сделал это раз, я сделаю это еще раз. And then once I've done it twice. А после того, как я сделал это два раза. What's stopping me from doing it a third or a fourth time? Что может меня вообще остановить от того, чтобы перепрыгнуть это в третий, в четвертый раз? And once I've jumped that three or four times. И после того, как я уже перепрыгнул 4-5 раз эту планку. Man, you know, I think I could get used to this. Я думаю, что я могу даже уже и привыкнуть прыгать так высоко. After a while, I'm jumping it on a regular basis. И через какое-то время я становлюсь таким прыгуном на просто каждодневной основе. Friends, you know what this is called? Вы знаете, как это называется? This is called discipleship. Это называется ученичество. This is learning to walk in the kingdom of God. Ученичество значит учиться ходить в Царствии Божьем. This is what it means to be more than a conqueror. Это вот это именно и значит быть больше, чем победитель. This is what it means to rule and reign in life. Это значит править в жизни. This is what it means to seek
first the kingdom of God. Это и значит искать в первую очередь Царствие Божие. Because the kingdom of God is his rulership. Потому что Царствие Божие есть его правление в нашей жизни. And he still rules his kingdom by law. И он до сих пор правит в своем царстве по своему закону. Only it's not just the law that God gave to Israel through Moses. Но это уже не совсем тот закон, который Бог дал Моисею. Now it's a perfect law. Теперь закон нашего царя — это совершенный закон. And it requires that we die. И он, этот закон, требует, чтобы мы умерли для себя. Умерли для своей плоти. И начали жить по духу. Это требует от нас, чтобы мы приняли в свои сердца и в жизни невероятную благодать Божью. Благодать, которая спасает нас. To walk in this kingdom. Которая приводит нас, вводит нас в его царствие, давая способность ходить, войти туда вообще. Because this is a kingdom that will have no end. Потому что это царство, которому не будет конца. God wants us to be more than conquerors. Господь хочет, чтобы мы были больше, чем просто победителями. Now, I believe that the Lord is speaking to so many of us. И я верю, что Господь говорит к немалым из нас. I believe that the Lord wants us to know that he gives us the grace to function like this in his kingdom. Я верю, что Господь хочет сказать каждому из нас, что его благодать для нас доступна, чтобы мы могли жить таким образом. So many of us have fallen short time after time after time. Многие из нас притыкались по жизни раз за разом. And God wants to give us grace. Но Господь хочет дать нам благодать. I may go on for a few minutes. Я, возможно, продолжу еще немножко. But right now I would like to pray. Но сейчас, прямо в этот момент, я хотел бы помолиться. Bow your heads with me. Давайте просто склонимся в молитве. Lord, I pray that you will pour out your amazing grace on us today. Господь, я молю о том, чтобы сейчас, в этот момент, ты излил на нас свою невероятную благодать. I pray that you will make the truth of the laws of your kingdom a reality to us. Я молюсь, Господь, чтобы ты сделал законы своего царства реальностью для нас. I pray that we will meet the challenge of your requirements. Господь, я прошу, чтобы мы могли справиться с твоими задачами. I pray that not one person in this room will be disappointed. Я молюсь о том, чтобы никто в этом зале не остался разочарованным. I pray that not one person in this room will be intimidated. Я молюсь о том, чтобы никто в этом зале не поддался страху. I pray that not one person in this room will mistake this message for a message of legalism. Я молюсь о том, чтобы никто не воспринял сказанное здесь как проповедь законничества. I pray that we will respond to this message. Но чтобы мы отреагировали на твои слова. And we will receive grace because of your great requirements. И смогли принять благодать, которая помогает нам ходить по твоим законам. Now please look up here at me. Посмотрите на меня, пожалуйста. When I say that you must die, когда я сказал, что нам должно умереть, and that you must allow the spirit that raised Jesus from the dead to live in you, и что мы должны позволить Духу Святому, который воскресил Иисуса из мертвых, жить в нас, this is nothing strange for Christians, is it? Это не что-то странное для христиан, не так ли? This is not some wild, some great requirement beyond your understanding. Это не что-то, что является диким и непонятным нашему пониманию. Isn't this what each one of us said on the day that we were baptized? Не является ли это тем же, что мы говорили в день своего крещения? On the day we celebrated our entrance into this kingdom? В тот день, когда мы праздновали вхождение в Царствие Божие? Isn't that what baptism is about? Не является ли это смыслом нашего крещения? We say to the Lord, we say to our family, we say to all of our friends. Мы сказали тогда Господу, нашим друзьям, нашей семье. Today you're burying me. Сегодня я прохожу обряд духовного погребения. The old man, the old woman is dead. Мой ветхий человек, мой ветхий мужчина, моя ветхая женщина сегодня умерли. And you're burying me in the water of baptism. И погружая в воду, вы погружаете мою туда ветхую природу. And now you're going to raise me to new life. А поднимаясь оттуда, я поднимаюсь для новой жизни. It's a supernatural life. Это сверхъестественная жизнь. It's a life characterized by grace. Это жизнь, в которой определяющим является Божья благодать. Now do you understand that grace only has meaning in the framework of law? И я надеюсь, что теперь вы понимаете, что оценить Божью благодать в нашей жизни можно по-настоящему только, если понимать закон. Если у нас нет требований закона,
тогда мы, нам не нужна благодать. And friends, let's understand that laws are good if they are good laws. И давайте не забудем, что если закон благ, то это хороший закон. Laws protect us. Ибо закон, он хранит нас. Laws protect what is precious to us. Господь хранит нас от того, что ценно для нас. Look at the societies around the world. Посмотрите на общество, которое окружает нас в мире. If you're a businessman, если вы бизнесмен, допустим, and you have some money to invest, you want to build a factory, и у вас есть деньги, вы хотите построить завод, допустим. Where are you going to build your factory? Где вы хотите построить свой закон? Will да, you завод. Go, will you go to a nation like Somalia, where there is no law? Хотели бы вы построить свой закон в Сомали, где полностью беззаконие? Or will you go to a country like Switzerland, where you have good laws? Или вы пойдете в Швейцарию построить закон, где закон работает? Построить фабрику, где закон действует. In Somalia, you may invest your money and build your factory. В Сомали, возможно, вы приедете туда, вложите деньги, построите завод. But the next week, some warlord with an AK-47 comes and you're out of business. Но на следующей неделе придет такой паренек с АК-47 и заберет у вас ваш бизнес. Because laws protect you. Потому что закон, он должен охранять вас. Good laws result in prosperity. Хороший закон способствует процветанию. That's the difference between the economy of Switzerland and the economy of Somalia. Поэтому есть разница между экономикой Швейцарии и экономикой Сомали. But in the kingdom of God, the laws are not good, they're perfect laws. Но в Божьем царстве законы они не хорошие, они совершенные. So of course, by following the laws of our king, we shall be the head and not the tail. И конечно же, если мы следуем законам нашего царя, то мы будем во главе, а не во хвосте. If we seek first this kingdom and its righteousness, если мы будем искать в первую очередь его царство и его праведность, everything else will be added to us. Все остальное приложится нам. And laws are what give you authority. И закон, он даст вам духовную власть. Authority over evil, authority over the demons. Власть над злом, власть над бесами. Authority over the false religions. Власть над лжерелигией. Have you ever seen a policeman stand in the intersection? Вы когда-нибудь видели, как полицейский стоит на перекрестке? And that 75-kilogram policeman holds up his hand. И этот 70-килограммовый полицейский поднимает руку. And the 75,000-kilogram truck comes to a stop. А 70-тонный грузовик начинает тормозить и останавливается. Can that little policeman stop that big truck? Может ли этот полицейский остановить этот грузовик по плоти? No. Нет, конечно нет. But why does the truck stop? Но почему же останавливается грузовик? Because of the authority in that policeman. Потому что полицейский обладает властью. Where does that authority come from? Откуда приходит эта власть? The law. Закон дал ему ее. If you want authority in the kingdom of God, если вы хотите иметь власть в Царстве Божьем, you have to know the laws of the kingdom of God. Тогда нам нужно следовать законам Царствия Божьего. And if you live according to the laws of the kingdom of God, если вы живете в соответствии с законами Царствия Божьего, then you will have authority. Тогда у вас будет и власть этого Царствия. Do you remember that the child that Jesus healed? Вы помните ребенка, которого исцелил Иисус? The centurion, the Roman officer said, I need healing in my house. Ребенка, подростка или слугу сотника, который пришел к Иисусу и сказал, мне нужно исцеление в моем доме. But Jesus, I'm not worthy for you even to come into my home. Но он сказал, помните, Иисус, я даже не достоин того, чтобы ты вошел в дом мой. I'm a man under authority. Я знаю, что я человек подвластный. I have a law over me. I have rulers over me. У меня есть властители, у меня есть те, кто правит мною. And there are people under me who must obey what I say according to the law. И те люди, которые находятся под моим правлением, они должны быть послушны тому, что я им говорю. So that Roman said to Jesus, I know you have authority. You just say the word and my servant will be healed. И этот сотник, он сказал Иисусу, я знаю, у тебя есть власть. Скажи лишь только слово, и мой слуга исцелится. And Jesus healed that servant with a word. Иисус исцелил слугу этого сотника словом одним. And then he said, I haven't seen this kind of faith even in Israel. А после этого добавил, что такой веры я не видел даже в Израиле. Because the lawfulness of the kingdom gives you authority. Потому что полнота закона Царствия Божьего в вашей жизни дает вам власть Царствия the Божьего. The lawfulness of the kingdom brings order. Закон Божьего Царства, он приводит вашу жизнь Friends, в порядок. Listen. Disease is disorder. Болезнь, послушайте, друзья мои, это беспорядок. So when Jesus needed to heal disease, he just spoke a word of authority. И когда Иисус нуждался в том, чтобы исцелить кого-то, он давал приказ власти. He commanded people's bodies to come back into the order of God. По сути, исцеляя людей, он приказывал телам людей
прийти в нормальный Божий порядок. Because the laws of the kingdom give authority, and the laws of the kingdom bring order. Потому что Божий закон, он дает власть, он облачает властью и приводит вещи в порядок. Do we want more of the supernatural power of God in our lives and in our ministries? Хотим ли мы больше сверхъестественной Божьей силы в нашей жизни, в нашем служении? Do we want to see the order of God come to our families and to our churches? Хотим ли мы, чтобы порядок Божий пришел в наши семьи, в наши церкви? Oh, friends, we've got to start honoring the lawful rulership of the King. Для этого мы должны начать ценить законное правление нашего царя. Для этого мы должны изучать, учить и преподавать законы Царствия Божьего. И просить Бога, чтобы Он дал нам великую силу Духа Святого. Ибо, Он сказал, что вы примете силу Духа Святого. И тогда вы будете моими свидетелями. Свидетелями чего? Witnesses of this kingdom. Свидетелями моего царствия. This kingdom that we belong to. Царствие, к которому мы принадлежим. This kingdom that will have no end. Царствие, которому нет конца. This kingdom that will never be shaken. Царствие, которое непоколебимо. This kingdom that will rule all the kingdoms of this earth. Царствие, которое будет править над всеми земными царствиями. One last thing, and then we're going to... Последнее, что я хочу сказать, и будем завершать. Do we want to see transformation in this nation? Хотим ли мы видеть преобразование в этой стране? Do we want to see the gospel of the kingdom actually change Bishkek and Kyrgyzstan and the region of Central Asia? Хотим ли мы, чтобы Евангелие, Царствие Божие принесло изменения в Бишкек, в Кыргызстан и во всю Среднюю Азию? Do we want to see the kingdom of God extended? Хотим ли мы, чтобы Царствие Божие расширялось? I'll tell you how it happens. Я скажу вам, как это может произойти. What happens is that members of God's kingdom, это произойдет, когда члены Царствия Божия, who have been discipled and have learned to walk in this higher law, которые прошли ученичество, которые научились тому, что значит ходить по высоким стандартам закона when we Божьего, go out into society obeying this higher law, тогда мы, выходя в общество, будучи послушными закону нашего царя, we bring transformation wherever we go. Мы принесем преобразование, куда бы мы ни пришли. It doesn't matter where God sends you. Не важно, куда вас Господь посылает. To the marketplace, to the government, to education, to your families, wherever you go. В бизнес, в правительство, в образование, в ваши семьи, куда бы мы ни пришли. You will bring the kingdom with you. Там, вы туда, вы принесете Царствие Божие вместе с собой. And God through you will release the power of transformation. И через вас Господь высвободит силу преобразования. If we learn to walk, если только мы научимся ходить в нашей ежедневной жизни по силе Духа Святого. Я верю, что сегодня Дух Святой, Он ставит перед нами большую задачу. Мы сохранили эту проповедь напоследок. Потому что я знаю, что это да, это большая задача. Но я уверен, что Бог был бы не удовлетворен, если бы мы опустили то, о чем говорили сейчас. Потому что в этом есть сердцевина, главное о Царстве Божьем. And how can we tell you that you're going to change this whole society if we don't show you how? И как можно научить кого-то изменять общество, если не показать это из Писания на примере? It's now up to each one of us. Но теперь это задача, которая стоит перед каждым из нас. To receive the grace of God. Принять благодать Божью. To learn to jump at the highest level. Для того, чтобы научиться прыгать на самую большую высоту. I believe in this room there are some champions. И я верю, что в этой комнате есть много чемпионов. And I believe that in this room there are some people who want. И я знаю, что в этом зале есть люди, которые хотят быть чемпионами. И я знаю, что в этом зале есть люди, которые будут чемпионами. Которые будут править и царить в этой жизни вместе с Богом. Через благодать Иисуса Христа. И вы будете знать, что Он не умер и воскрес зря. Но Он умер и воскрес для того, чтобы дать каждому из вас силу. Для того, чтобы вы были свидетелями Его Царствия. Для того, чтобы, выйдя отсюда, вы изменили мир. Давайте склонимся в молитве. Господь, я благодарю Тебя за Твоих людей.
во имя Иисуса. Release the power of your kingdom. Высвободи силу Твоего Царствия. Show them your love. Покажи им Твою Show любовь. Them that because of your love, покажи им, что благодаря Твоей любви you will not withhold anything from them. Ты не удержишь от них никакого блага. You will make all grace abound to them. Ты сделаешь доступной для них всю полноту благодати. So that they will always be sufficient. Чтобы для них всегда было достаточно благодати. To meet the challenge of their life. Для того, чтобы справиться с задачами, которые стоят у них they в жизни. They will conquer temptation and sin. Они смогут победить искушение и грех. The power of sin is broken over them. Ибо сила греха, ты сокрушил ее в их жизни. I pray that they will walk in victory. Я молюсь о том, чтобы каждый из братьев и сестер моих ходил в победе. And they will demonstrate the law of your kingdom. Чтобы они могли являть закон твоего царствия. Now while we're praying, I want to ask you this. И пока мы молимся, я хочу спросить вас. How many in here say I need this law in my life? Сколько из вас могут сказать, что этот закон, закон царствия, это то, в чем я нуждаюсь в своей жизни. Но сегодня я прошу Бога дать мне благодать для этого закона, чтобы я мог ходить в совершенном законе Божьем. Возможно, некоторые в этом зале никогда не начали, не сделали даже первый шаг такого хождения. Но сейчас ваше сердце горит жаждой об этом. И сейчас вы говорите и знаете, что у меня есть шанс. Шанс в этом life to do something perfect. Шанс сделать что-то в этой жизни правильно. To really walk with God. По-настоящему ходить с Богом. I want to take this chance. Я хочу использовать этот шанс. I'm going to ask you to stand to your feet. Если это вы, встаньте, пожалуйста. I want to pray for you. Я буду молиться за вас. Just raise up your hands. Давайте поднимем Господу свои руки. The grace of God is so real. Благодать Божия, она такая реальная. The grace of God is truly amazing. Благодать Божия, она по-настоящему поразительна. The laws of God empower us and give us authority. Закон Божий дает нам власть и духовный авторитет. The laws of God cause us to prosper and to rule in life. Закон Божий ведет нас по пути преуспевания. But the laws of God do not save us. Но закон не спасает нас. Friends, we are saved by grace. Мы спасены именно благодаря благодати. By grace you are saved. Благодатью вы спасены. Not by our works. Не по нашим делам. Not by our ability to obey the law. Не по нашим способностям соблюсти закон. So let's reach up to the Lord and receive that grace, shall we? Поэтому давайте сейчас просто простремся к Богу и примем Его благодать. Free gift of God's love. Мы нуждаемся в Божьей благодати. Free gift of God's spirit. Свободный дар Его любви и духа доступный. Free gift of God's power. Мы нуждаемся в Божьей силе. Every man, to every woman. Каждому человеку и каждой женщине высвободи это мужчине и женщине. Who truly wants to make Jesus king. Каждому, кто хочет, чтобы Иисус был царем в его жизни. Этот царь, он даст вам свою благодать. Он не удержит от вас ничего. Все, в чем вы нуждаетесь. Beyond your wildest imagination. Даже более того, о чем вы можете только помыслить и помечтать. The desire of your heart. Желание вашего сердца. He has come to give you this. Он пришел, чтобы дать вам все это. Just open up your heart. Просто откройте ему свое сердце. Lift up your hands. Вознесите к нему свои руки. Receive the grace of God. И примите благодать Божию. The grace of God to be saved. Благодать Божию на спасение. The grace of God to obey. Благодать Божию быть послушными ему. The grace of God to be a witness. Благодать Божию быть его свидетелями. The grace of God to have authority in your life. Быть благодать Божьей, быть праведными в своей жизни. The grace of God to rule and reign in life over sin. Благодать Божью, которая дала бы нам способность править и царить над грехом. The grace of God to be healed. Благодать Божью, быть исцеленными в Царстве Его. God's grace brings order. Божья благодать приносит Божий порядок. Because of His perfect laws. У Бога есть совершенный закон. So we speak a word of salvation over you. Поэтому сегодня мы провозглашаем здесь полноту спасения. We speak a word of healing over you. Мы провозглашаем исцеление в жизни каждого. In the name of Jesus. Во имя Иисуса. We say, be healed. Мы говорим, будьте исцелены. Body, soul, and spirit. Исцелены в душе и в духе. In the name of Jesus. И в теле во имя Иисуса. We say, evil spirits, we command you to leave. Мы говорим злым духом прочь отсюда. We break your power. Мы сокрушаем вашу власть. In the name of Jesus. Во имя Иисуса. We break the power of besetting sin. Мы ломаем силу тайного греха. In the name of Jesus. Во имя Иисуса. We break the power of addiction.
Мы сокрушаем власть любого греха. We break the power of addiction to alcohol. Мы сокрушаем силу зависимости от алкоголя. We break the power of addiction to cigarettes. Мы сокрушаем силу зависимости от сигарет. We break the power of addiction to pornography. Мы сокрушаем силу зависимости от порнографии. We say, be free. И мы говорим, будьте свободны. Будьте свободны. Be free. Будьте свободны. Be free in the name of будьте Jesus. Свободны во имя Иисуса Христа. We break the power of disease. Мы сокрушаем силу болезни. We say, be healed. И говорим, будьте исцелены. Be healed in the name of Jesus. Исцелитесь во имя Иисуса. The authority of the Lord heals you. Властью, которой Господь исцеляет вас. Come into the kingdom. Придите в Его Царствие. Come into the kingdom of God. Войдите в Царствие Царя Бога нашего. And obey the perfect rulership of your king. И будьте послушны Его совершенному водительству. Because if you have died, потому что вы умерли, and your life is hidden with him, и ваша жизнь сокрыта в Нем, then you are alive from the dead, и тогда вы воскресшие в Нем. Same spirit that was in Jesus is now in you. И теперь тот же Дух, который воскресил Иисуса, живет в каждом из вас. And you can walk in the power of the kingdom. И вы можете ходить в силе Царствия. We speak healing. Мы говорим исцеление. Исцеление на ваши тела. Исцеление на ваши взаимоотношения с другими людьми. Исцеление в браке нашем. Будьте исцелены. Ибо брак есть столб Царствия Божия. Взаимоотношения в браке важны для Бога. Just like the covenant we have with God. Взаимоотношения в браке — это взаимоотношения завета, подобного нашему с Богом. Господь, высвободи, излей сюда волну благодати и праведности Твоей. Волну Духа Твоего. The Lord is restoring the kingdom of God. Бог сейчас здесь восстанавливает Свое Царствие. Он восстанавливает силу Своего Царствия. He's restoring the righteousness of the kingdom. Он восстанавливает праведность Своего Царствия. He has come to Bishkek to establish His kingdom. Он пришел в Бишкек, чтобы здесь было Его Царствие. This kingdom will never end. И это Царствие, этому Царствию не будет конца. This kingdom will never be shaken. Это Царствие непоколебимо. In this kingdom is life. В этом царстве есть жизнь. Life everlasting. Жизнь вечная. Everyone in this kingdom. Каждый в этом царстве. Will live forever. Do you believe this? Будет жить вечно. Верите ли вы этому? Even if you die, you will live. Даже если умрете, будете жить, оживете. This is the promise of the kingdom. Это обетование царствия. It's worth the price, friends. Это стоит той цены, которую мы хотим заплатить. It's worth everything. Это стоит всего, что у нас есть. Whatever it costs. Это чего бы ни стоило, это стоит того. Что бы это ни потребовало, это стоит того. No sacrifice is too great for this. Нет жертвы, которая была бы слишком велика, чтобы получить это царствие. And we thank you for the Holy Spirit now. Мы благодарим Тебя за Дух Твой Святой. We thank you for your good grace upon us. Мы благодарим Тебя за Твою великую благодать для нас. Thank you, Lord, for the love of God. Благодарим Тебя, Господь, за любовь Твою. The love that covers us. Любовь, которая покрывает нас. The love that continues to draw us day after day after day. Любовь, которая привлекает нас к Богу день за днем. Lord, I want to thank you that you'll never give up on me. Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты так никогда и не отказался от меня. Lord, I want to thank you that you call me every day to walk in your kingdom. Я благодарю Тебя за то, что каждый день Ты призываешь меня ходить, жить в Твоем Царстве. You will never give up on any of your children. Я благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты никогда, никогда не откажешься ни от кого из Своих детей. Ты заплатил великую цену. You're giving us the grace. И каждый день Ты даешь нам благодать. Your mercies are new every morning. Твоя благодать обновляется каждый день, every day каждое утро. You give us the grace to follow you. Каждый день Ты даешь нам благодать, чтобы мы могли ходить for за Тобой. Some of us, it means you need to get up and try again. Некоторые из нас должны просто-напросто встать по жизни и попробовать еще раз. The Lord is saying to a number of people, get up and try again. Я верю, что это Слово Божье для многих и для некоторых из нас. Встань и попробуй еще раз. Don't give up. Не сдавайся. Never give up. Никогда не сдавайся. Keep trying. Пытайся. Call upon the Lord for grace. Стремись, взывай Господу. The day is going to come, you're going to go, yes. Придет день, и ты скажешь, yes, я сделал это. I did it. I did it. Этот день придет. I'm walking in the kingdom. Amen. Let's thank каждый him. Скажет, я хожу в Царствие Божие. Аллилуйя. Аллилуйя. Thank you, Lord. Let's just thank him. Thank давайте you, просто Lord. Благодарить Господа. Аллилуйя. Аллилуйя, Господь. Praise your name, Jesus. Спасибо тебе, Господь. Well, we want to thank the Lord for his wonderful grace. Мы хотим молиться. Давайте молиться. Владычество Твое так велико, хранит Господь боящих.
Сажая на престоле Сына Своего.